Что же было в прошлой серии? Мы нашли голову, это самое главное событие прошлой серии. Это, конечно, не считая того, что у нас главный персонаж волк, который живет в квартире со свиньей, которая не хочет жить на ферме. И говорит, что там всех обманывают и предлагает не то, что на самом деле. Также мы ударили в голову железного дровосека. Вернее, не железный дровосек был, это был дровосек, который спас красную шапочку от волка, как раз вот этого. Говорит, что он его набил камнями и скинул в речку. А вот теперь волк перед ним представляет закон, и он должен перед волком себя иначе вести, что ему совсем не нравится. Ну да, дровосеки, они в какой-то мере представляют закон для дикого леса. А в городе, конечно, нет. Так, что же еще было? Волк, оказывается, влюблен в Белоснежку, и мы сейчас находимся в архиве, чтобы найти, кто же была эта несчастная девушка, которую убили. Мы предполагаем, что она проститутка, и убил ее сутенер. Well, I'm sure we'll get it all cleared up. Я знаю, okay. Что мы все выясним. Окей, спасибо. Выяснили. Так, ну и мы еще не договорились. Что-то там про фейбл. Про какую сказку ты хочешь узнать? Какого сказочного? Не знаю имя, но пока что нет. Ну, пока ты не узнаешь, я не могу помочь тебе. Никого сейчас не хочу знать. Окей, пожалуйста, возвращайся, когда ты хочешь знать про кого-нибудь или про кого-нибудь нового. Ладно, идем. Тогда нам отсюда надо мотать. Я не вижу, чтобы тут еще что-нибудь было интересное. Стол с Белоснежки. Странно, вот у них она Snow White, а у нас Белоснежка. Ну, то есть как бы то же самое, но совсем по-другому. We'll start with these. Any information on fables in our community will be somewhere in these books. Любая информация про сказочное комьюнити в этой книжке. Вот дровосек, который убил волка. Волк, который наш главный герой. Я. And him. The woodsman. Дровосек, да. И его топор. Подозрительный топор. I'm pretty sure that's supposed to be me. Уверена, что это должно быть я, Белоснежка, гномы. Красотка, красавица. И чудовище, наверное. И ее мужчина. Чудовище. Добавно. Вот красная шапочка. Я думаю, имя ее красное. У нее не получилось. Колин и его братья. А, ну, то есть те самые, которым он сдул и испортил домики. Я видел его раньше. Этот символ на его одежде то же самое, как и на кольце. Может быть, ее отец или муж. Это здесь все эмблемы. Если он здесь, то мы узнаем ее имя. Так, ну мы все увидели там. Не все еще. Не видела Банджер давно. Он любит индивидуалист. Хотел бы я тоже сказать о Тодде. Отличная шляпа. Икабод Крейн. Страшный придурок. Твой босс. В свои лучшие моменты.
Не понимаю, как он получил, что он возглавляет это место. Ну, может, сейчас время, чтобы это изменить. Смотри, это в ослиной шкуре кто-то. Так, мы всех посмотрели, да? Вроде да. Давайте тогда посмотрим эти эмблемы. Ну, здесь никаких особых других нет. Вот такое какое-то. Ну, чудесно. Что? Я не могу эту ерунду читать. Я могу помочь. Да, спасибо. Мы присмотрим друг за другом. Ну, не перетрудись. Вавкин, переведи. Эксклюзивный дизайн из хорошего фарфора Тодд Холл. Мистер Тодд? Он, наверное, сам это написал. Похоже, это то, что нам нужно. А еще в эту сторону. Ага, и тут что-то интересное. Везде что-то интересное. Ну, давай посмотрим. Что здесь? Вот это оно. Откуда этот символ? Что за семейная история? Это странно. Семейное имя? Аллер Лайль Роу. Пойду поищу. Али Лайру, значит, все виды меха на немецком. Ослиная шкура. Да, и что там говорится? Девушка в ослиной шкуре, также известная как ослиная шкура, предпочитает называться под именем Фейт, судьба. Поэтично. Вавкин, нам не нужны комментарии. История ослиной шкуры. Однажды был великий король и прекрасная королева. Королева заболела и заставила мужа пообещать, что он женится на самой прекрасной девушке в королевстве. И после долгих поисков стало ясно, что самая прекрасная девушка, которая могла сравниться с королевой в этом королевстве, была ее дочь Фейт. Она сделала плащ из кожи волшебного осла ее отца, который бы скрыл ее красоту и избежал из королевства. Со временем она вышла замуж за принца, который смог через этот плащ разглядеть ее настоящую красоту. И они жили счастливо и добра наживали. Я должен отметить это, мисс Сноу? Да, пожалуйста. Пометить, видимо, что она умерла. And what's her husband's name? И как имя? Лоренс. Принц Лоренс. We got what we came for. У нас есть то, зачем мы пришли, да. Ее зовут Фейт, она была замужем за принца Лоренса, я знаю, это ее имя было Фейт, да. Мы должны поговорить с ее мужем. You think he did it? Ты думаешь, он сделал это? Ну, понимаешь, это обычно люди, которых знаешь лучше всего. Или это кто-то абсолютно случайный. Принцесса, которая стала проституткой. Взрослые проблемы у сказочных персонажей, однако. Давайте посмотрим, что тут здесь еще есть. Да, вот это. Выглядит знакомо. Да, это с топора дровосека. Друиды благословили его, вообще-то. Кто-то благословил эту штуку? Я только переводчик. Так, это мы посмотрели. А здесь еще что-то есть? А, ну да. А это что? А что это? Написано. Это читается знак дома принца лягушки. Не совсем то, что я ищу. А, вот подожди, Донкинс Кинг, еще сюда. Не посмотрели вот это. Что здесь говорится? Тут написано «Бриклибит», старая эльфийская надпись. Что такое «Бриклибит»? Волшебное слово. А что оно делает? Заставляет животных испражняться золотом.
Так, ладно, мы уже все посмотрели, да? Янта мы глянули. Бавкин, translate. An exquisite design from the good china of Toad Hall. Mr. Toad? He probably wrote this in himself. Так, все, я сейчас проверю, просто все ли мы посмотрели, чтобы ничего не упустить. Да, все. Подожди, а у нас тут интересно. Деньги, кусочек, этот кольцо и спички. Спички я поняла, что мы использовали для того, чтобы этой фейт прикурить. Интересно, может они нам когда-нибудь еще понадобятся. Так, тут. Ладно, все, тогда идем. Идем отсюда. Так, нам нужно на выход с вещами. Идем его мужа искать. Блин, а где же его мужа искать? Может, где-то тут... А, вот, тут посмотреть. Что это? Карты Таро. Джек выкупил их обратно от Апалачи. Кто знает, где они были до этого, или что он сделал, чтобы получить их. О, мы сейчас можем и пойти узнать у волшебного зеркала. Сила, я думаю, она есть во всех внешностях. А можно еще взять? Прикольненько. О боже, башня и убитая девушка. Я не помню, что второе значит башня. Семерка или что-то. 10 мечей. Черт, что это может значить? Интересно. Так, это мы уже... А, что там? Ничего, это уже ничего. Так, идем. А что тут? А, интересненько. Покажем зеркалу что-то. Идем. Может, Белоснежке что-то можно показать? Мисс Сноу Уайт. Ты знаешь, что это значит? Таро — это запутанное искусство. Я бы не сильно полагался на их мудрость, Бигби. Ну, конечно, ты ведь так полезен. Видения мутные. Я же чист, как окно. Ладно, поболтаем. Зеркало, зеркало, бла-бла-бла, скажи мне про этого сказочного. Про кого сказочного ты хочешь узнать? Отлично, у нас сейчас будут новые фейблы. Так, давайте Fate's Father, Fate. О, давай про Fate узнаем. Покажи мне Fate. Могущественная магия, ее местонахождение скрыто. К сожалению, ее губы сомкнуты. Офигеть, та же самая фраза. Эти губы сомкнуты. Это не мой выбор фразы, Бигби. Это просто так должно быть. Покажи мне отца ее, Фейт, старого короля. Блин, он мертвый. Ну что же, это вычеркивает его из списка подозреваемых. Принц, покажи мне принца Лоренса. Что там такое? Что он делает? Кровавый нож, где это? Где что? Знаешь, где держит принц Лоренс? Если он принц, наверное, в Саутбронсе. Желтое здание, красные жалюзи. Да, это оно. Я могу провести нас туда. Никого сейчас. Ну что-то, что мы можем использовать? Да. То, что мы должны сейчас сделать. Давай, идем туда. Клевая штука, это зеркало, я бы тоже такое хотела. Извини, я должна взять трубку. Hello, Woodland's business office. Yes, I. He is. Hold on. Да, вон тут. Bigby. Bigby, это тебя. Bigby, it's me. Bigby, это я тут. You there? Ты там? What do you want? Что ты хочешь? Бигби, черт, слушай. Здесь наверху что-то происходит с вещами дровосека. Приходи сюда, прежде чем он... Подожди. Черт, эй. Что, о чем это было?
Трудно сказать. Что-то происходит над Тоддом. И что насчет мужа Фейт? Я не знаю, я не могу сказать. Наверное, он попал в неприятности. Мы все равно должны пойти туда, где он живет, и обыскать все. Тодд может подождать. Когда ты будешь готов? Так, ладно. Значит, если он готов, значит, может, мы еще можем тут побродить и что-то посмотреть. Но я подозреваю, что мы уже все самое интересное нашли, типа карт подозрительных, я вам скажу, да? Зеркало мы... А, подожди, а что там еще было? Что-то... Нет, вот в эту сторону, в эту. Вот там. Так, это сюда вниз, это сюда. Обойдем стол тогда с той стороны. Не хочет. Вот сюда идем. Что-то здесь было еще такое. А, это наши, блин, эти книжки. Ладно. Раз уж мы тут все обсмотрели. И даже потерли бочок лампе Аладдина. Тогда, значит, нам нужно уже идти с... Да, подожди. Ну, потерли же мы его. Что там еще тереть, я не знаю. А, нет, подожди. А ты не хочешь нам говорить? Не хочешь. Ну, тогда поехали. Джентльмен. Мне тоже понравилось. Музыка создает, но как в настоящем детективе. Тут говорил, кто там, это был дровосек, я не знаю, возможно. Кто бы то ни был, не видно, что тот был его рад видеть. Может быть, принц Лоренс может подождет, я не думаю. Я думаю, тоже нужна помощь. Ну что ж, куда в первом пойдем? What's her husband's name? Lawrence. Prince Lawrence. We need to tell him about his wife. Нам нужно сказать про жену. Он заслужил. Да, правильно. И Тодд, он, наверное, сам может с собой проследить пару часов. Ну, придется. Ну, я думаю, тут выбор или один персонаж умрет, или второй. Я думаю, с Тоддом все будет плохо, когда мы вернемся. Я не хочу оставаться здесь сильно долго, больше, чем нам нужно. Давай сделаем то, что надо, и пойдем. Просто... Волшебное зеркало показало мне апартаменты, я думала, там нож... крови. Не ожидал это. Слушай, я говорю, давай не будем сильно усложнять вещи. Ты спрашивай его. Мы по официальному делу Фейблтауна. Мы можем быть настойчивы, или ты можешь. Так, ладно. Что тут интересного? Ага, сюда можно подглядеть. Что там? Сначала морально подготовиться, посмотреть. Офигеть, он мертвый. Офигеть. Так, видимо, нам не пройти туда. Эй! Может, он мертвый, и поэтому там была кровь. Ну ладно, ну что ж, попробуем это. Я думаю, мы исчерпали возможности. Давай, помоги мне. Наверное, офигенно интересно писать сценарий для такого. Ну, семейной, счастливой картины, фотографии. Что-то здесь все очень плохо. Она зажала нос, наверное, пахнет мертвечиной. О боже, мы слишком опоздали. Слишком поздно. Уже двое сказочных умер. Мы должны узнать, что же здесь происходит. Кто сделал это с ними? Я не знаю, Снежка.
Боже, это карты Таро или что там? Так, ладно. Что там? Надеюсь, нам дадут время осмотреться. Пуля. Интересно. Отлично, что дальше? Ножик, нам интересен ножик. Он острый. И кровь на нем. Это тот же самый нож, который ты видел в зеркале, да? Я не понимаю, почему он здесь. Тут. Я тоже не понимаю. Почему кому-то надо убивать его? Ну, блин, вообще никаких обстоятельств неизвестно. Причем тут... Откуда она вообще может что-то знать? Зачем ему убивать? Она же какие-то документы почитала, я же жизнь их узнала. Так, что тут? Это оставила. Испортила футболку. Черт. Проверил время. Сухой и сушеный, что ли? Ты же высохла кровь, наверное. Что это? Это выписанные с таблетки со снотворным. Он никогда не выглядит спокойными. Я не знаю. Не могу знать. Так, давай посмотрим на это дело. Что? Этот пистолет не стрелял недавно, может быть, неделю назад или больше. Принюхался. Волк все-таки. Отпечатки пальцев. Они будут на рукоятке и на крючке. Пулька. Совпадает с калибром пистолета на полу. Так. Все, это мы посмотрели, это посмотрели. Ага, сравнить, да? Можно. Что там еще? Так, сравнивай давай, не скучай. Снежка, ты могла бы встать туда? Направь на него пистолет, как будто ты стреляешь. Это чувствуется как-то странно. Что ты думаешь? Должна быть выстрел за ним, а не здесь. Значит, стреляющий был где-то еще. Может быть, может, мы не знаем всю историю еще. Что тут? Что это? Странно. Что-то как будто здесь было и передвинули. Странные края там. Так, ладно, посмотреть здесь. Давай, посмотри. Края крови, что ли? Все еще немножко липкое. Так, тут посмотрели, тут дверь осталась, еще направо сходить. Так интересно, когда вот не видно всей картины, и нужно побродить, чтобы что-то обнаружить. Так, здесь довольно-таки, ага, еще здесь можно посмотреть, и там дверь, и тут дверь, прям не знаю, куда идти. Смотри тут. Старые энциклопедии. Пыльно. Никто не читал это уже давно. Так, что там? Там, очевидно, ванная. А, или кухня. Да, тут тоже можно что-то посмотреть. Похоже на его кухню. Очень даже расположение. Так, вода есть. Здесь посмотрели, что здесь. А вдруг там?
Оплати за что-то там на следующей неделе. Пицца в холодильнике. Пожалуйста, не ищи меня. Прощай, Фе. Так, там дверь. Посмотреть. Я очень боюсь что-то пропустить. Так, ладно, идем сюда. Открыть шкаф. Интересно. Пусто? Выглядит так, как будто Фейт забрала все свои вещи. Интересно. С чего бы это? Ладно. Нам, может, все? Подожди, мы этот посмотрели. Ну ладно, идем. Выйдем отсюда. Откроем эту дверку. Посмотрим, что там. А, это как диван, кровать. Который выпадает. Ну, совсем не королевский. Черт. Сын. Так, ладно, смотрим. Моя дорогая Фейт. Пристала к кровати немножко. Моя дорогая Фейт, я никогда не хотела вредить тебе, и я не могу выносить, зная, что должен. Это для лучшего. Я увижу тебя снова. С любовью, твой нежный Лоренс. Я должна была узнать его лицо. Нас так немного, я должна была знать его лицо. Что, мигнул? О, боже, Бигби, он живой. Что? Что вы здесь делаете? Вернем тебя. Что вы делаете здесь? Что происходит? Мы нашли тебя здесь, на твоем кресле. С смертельными ранами. Должны вызвать, чтобы тебя осмотрели. Подожди, ты знаешь, что я? Да, хорошо. У меня есть пару вопросов. Когда ты последний раз видел свою жену? Я не знаю, несколько недель назад. Она произошла сюда забрать пару вещей. Сказала, что она... И за деньгами, наверное, я не нашел больше. Мы разошлись некоторое время назад. Лоренс, что ты сделал? Я принял решение за нас. Я только так чувствовал что-то правильно. Я выстрелил себя в сердце. Я думал, что я умру уже сейчас. Очень сильно болит. Твое сердце совсем в другом месте, в центре. Наверное, ты не попал. Черт, классно. Ну, как минимум, я думаю, это именно произошло. Вещи немножко смешались. Это, думал, это был плохой сон. Зачем ты сделал это, Лоренс? Я сделал это, потому что я был опозорен. Я не мог жить, знать, что я сделал это с ней. Я сделал все, чтобы держать ее подальше, но все еще беспокоилась обо мне. Она навещала меня, убедиться, что со мной все в порядке. Я бесполезен. Я не хотела, чтобы он беспокоился обо мне. Она лучше, ей лучше без меня. Без меня, тянущего ее вниз. Она заслужила это. Она прошла через многое. Я просто хотела сделать лучше для нее. Она всегда была для меня. Уходите. Извини, что должен тебя исполнить, но твою жену убили. Нет. 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 Я знал, что это произойдет. Извини, но я нужен, чтобы ты меня нашел, помог найти того, кто это сделал. Так что пробуй вспомнить все, что может нам помочь. Чертов Джорджи. Лоренс. Лоренс.
стучится. Все такие заволновались. Ты нет. Ты живешь, ждешь кого-то? Нет. Пойду посмотрю, кто это. Нет, подожди. Интересно. Кто-то пытается сюда проникнуть. Нам нужно узнать, почему кому-то снаружи нужно врываться сюда. Нужна твоя помощь. Что мне сделать? Просто притворись мертвым. Что? Ты не можешь двигаться в твоем состоянии все равно. Так что оставайся спокойным. И когда мы узнаем, для чего они здесь, Бигби арестует их. Подумай о своей жене. Как оборачивается дело. Дайте мне пистолет, просто на всякий случай. Мухи летают. Полное ощущение, что они мертвы, что он мертвый. Тихо. Офигеть, интересно. Я думаю, что мы тут это. Кто это тут такой? Hey! О, блин, я как-то сильно поторопилась. Оставайся здесь. Нет. Сейчас мы догоним этого чувака. Несмотря на то, что ты много курим. Оставь меня в покое. Блин, да. Блин. Кошмар. Офигеть. Ты же сильный, ты сможешь. Ты же волк. Тут? Я туда попала? Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, беги дальше за ним. Ай. Ай-яй-яй, блин. Что ж он никуда не напоролся? Но сказочные, видимо, все-таки более живучие, чем эти люди. Ай-яй-яй, никто там бегает, офигеть. Офигеть. Все-таки волк в его природе есть. Эй! Стой, козлина. Ты бежишь, ты от меня никуда не денешься, я волк. Эй, легче, Бигби. На одной стороне. Ты, сукин сын, заставил меня бежать за тобой. Почему ты бежал? Что? Почему ты бежал? Черт, мужик, потому что ты испугал меня. Что я должен был сделать? Ты гнался за мной? Ну, ври побольше. Толстая морда. Ищешь дровосека, да? Мой наниматель хочет дровосека пару вопросов задать. Кто твой босс? Я не могу тебе сказать. Конфиденциально, извини. Я уверен, что ты поймешь. Нет. Не могу сказать, что да. Давай, пошли со мной. Ну, может быть, и легче. Это... Не, не волнуйся. Все еще. Пошли. Черт. Это было бы легче для тебя. Я ди, а он дам. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты почти что выглядишь успокоенным. Да. Кроме того, что ты лежишь на грязной аллее с открытой раной на голове. И куда они пошли? Ну, после того, как один парень ударил тебя, второй прекратил кидать тебя. Это объясняет мои ребра. Но они прыгнули в машину и уехали. On, давай, вставай. Нам нужно проверить Тодда, увидеть, все ли... Можем ли мы сесть какой-то наслед там. Ну да, сейчас тут тоже будет, наверное, не все в порядке. В принципе, мы... Ничего нового не узнали. Тут какие-то мужики. И в конце мы выпали из окна, и я приземлился на машину Тодда.
Парни навели беспорядок, да. Это выглядит ужаснее при дневном свете. Ну, вот машина. Кажется, что здесь кто-то есть. Ну да, немножко опоздали. Мы такой путь проделали, не из-за чего. Да ладно, Сана, ладно, он ушел. Он ушел, все закончилось уже. Кто-то рыдает, но я надеялась, ну, я рада, что он жив и бодрствует. Так, ладно, что? Второй этаж пойдем или сюда пойдем? Ладно, идем сюда. Похоже, здесь интересней. Это его сын, Тодда? Я думаю. Be nice in there, okay? Будь с ним хорошим, окей? Hey, Toad. Hey, Toad. You in there? Ты там? Бигби! Миссис Нешка. Уверен, вы проделали этот путь не по моей просьбе. Извини, Бигби. Стыдно признавать, но я думал, что кто-то чужой забрался в квартиру дровосека. И там ничего не было, ничего, когда я проверял, ничего, кроме текущих труб. Воображение, вот что было. Да, я знаю, ложная тревога. Извини, что втянул мисс Белоснежку в это. Что происходит? Что ты имеешь в виду? Не ври. Ничего не происходит, Бигби. Не знаю, о чем ты, честно. Ложная тревога, это все. Прости. Ну, тревога была не настоящая. А сын там напугался кем? Твой сын там? Он в порядке, мисс Снежка. Просто ударился маленький пальчик. Лучше плавает, чем ходит. Весь в паку. Так что я думаю, хватит разговоров, нет нужды тут ходить вокруг. Я имею в виду, простите, что приехали сюда из-за ничего. Кто-то здесь был и что-то здесь происходило. Я просто посмотрю здесь вокруг, чтобы это не было полной потери времени, окей? Чем больше ты говоришь, тем больше это времени займет. Так что отойди и помолчи. Ладно, ладно, я просто не хочу больше тратить твое время. Садись, возьми чай, делай, что хочешь. Ти-Джей, ты в порядке? Ну, вот ты где. Я не хотела тебе врываться, но... Ухоловка сказала, что у тебя есть потрясающая коллекция насекомых. И я вот тут думала, может быть, ты был не против показать мне их? У меня есть долгоносик. Круто. Просто посмотрю на обивку, пока ты смотришь ничто. Да, конечно. Как это произошло? Вы нашли что-то? Просто упала со стола. Лампа просто упала со стола. Или просто сын здесь играл в разные игры. Кто знает этих детей? Так, а с чего он туда посмотрел на этот вот? Она просто вырвалась. Так, ладно, пойдем посмотрим сюда. Though most people think they are. Ага. How's it going? Как все продвигается? Он что-то скрывает, но я не знаю еще пока что. Дебенок что-то сказал? Нет, я волнуюсь. У него большие синяки на руке. Он не знает почему и сильно нервничает, когда я спрашиваю, что-то происходит. Оставляйся с ребенком, пока я буду тут узнавать все. Сильно волнуется своего ребенка, видимо. Так, что здесь? Вон, я что-то видела. А, кровь? You bleeding? Mm,
ты, тебя кровь идет, что? Что это? Кровь все еще свежая. А, ну, я пора порезаться руку. Бегал вокруг как девчонка, пытаясь найти чем рану завернуть. Наверное, попала немножко на стенку. Лампа в куски, кровь на стене, это ужасно, я знаю. Звучит болезненно. О, уйди уже. Рана на мне долго не держится, ты знаешь. Это преимущество быть сказочным и лягушкой. Внизу что-то. Ой-ой-ой, ничего себе. С кровью этот. Здесь еще кровь. На этой палке? Да, что произошло? Что случилось? Знаешь, я поправлял угли, и эта штука выскользнула немножко и поранила мне ногу, как морская ракушка. Болела, как черт. Отвратительная штука. Ты порезался этой штукой, но не выкинул ее? О, прости, я содержу дом не так, как ты привык. О, мой бог, ты же не будешь этому придавать большое значение. Здесь нечего расследовать, Шериф. Я тебе говорю все, что здесь произошло. Почему ты не веришь мне? Ну, разное случается, знаешь. Твоя квартира в чертовом беспорядке, тот. Выглядит как после борьбы или боя. И я не знаю, почему, кого ты прикрываешь, но я знаю, что ты врёшь о чём-то. Ты знаешь, что все еще только хуже, пока ты все скрывает. Да я не обманываю тебя, честно. Но мы увидим. Посмотрим. Что-то тут еще посмотреть. Что, еще больше крови? Нет, просто чистое место в пыли. Ты что-то передвигал? Может быть, детские игрушки? Кто знает. Это, наверное, лампу отсюда. А, там были... Места не было для лампы, она аж там очутилась. Место, в смысле, в розетках. Ладно, Шериф, и что сейчас? Здесь была разбитая лампа, просто расскажи, что случилось. Ничего не произошло. Ничего. И почему эта лампа должна быть здесь? Что за тупые глупые вопросы? Это моя собственная квартира. Ты думаешь, что я не знаю, что здесь произошло? Потому что она была не на том столе, Тодд. Там нет электрической розетки для нее. Она была воткнута сюда, а теперь она там. Я немножко переставил, да кому какое дело, не включена. Да ну, тот. Я просто не обустроился еще тут. Здесь много дурацких розеток. Ты видишь, сколько здесь всяких этих вот... Ага, окно. Думает. Какие-то тут кровавые следы. Ага, ага. Интересно. Посмотрим теперь на них. Какие-то следы на оконной раме. Что я могу сказать? Джуниор там оставил свои игрушки. Вот они и выглядят, как эта игрушка. Ну, прошлой ночью, когда я вышел наружу, я был немного взволнован. Ну, приятель, как и ты был бы. И я забыл ключи дома. И я должен был ползти через это чертово окно. Серьезно? Я напугал младшенького до смерти. Вот врун вообще. Как же его поймать вообще на вранье? Так, ладно. Идем сюда. Сюда можно пойти? Нет? Нет. Что еще мы забыли? Вообще здесь. Нет. Идем сюда. Вызвал нас, тут какая-то драка была, а потом он говорит, все окей, не знаю, о чем вы говорите тут. Так, тут ничего, на полу, книжки, здесь ничего.
Да, похоже, ничего нет больше. Place needs a bit of dusting, I suppose. Немножко пыльно, я думаю. Тодд, я знаю, ты соврал насчет лампы. Да, она просто упала. Лампы просто так не падают, Тодд. Ты всегда их подключаешь постоянно. Кто-то вырвал подключенную лампу из стены и бросил ее. Это тут и произошло, не так ли? Что же еще делать тут? Я не вижу ничего больше активного. Так, может сюда пройти к лампе ближе? Ничего не светится. Так. Так, как к камину поближе? Нет, нет, нет. Нет, сюда. Сюда, сюда, сюда. Кто-то сюда влез, видимо. Подожди, а тут? Нет, просто кусок оторвался. На него ударил, потом лампой швырнул, потом его так напугали, что он просто все бросил. И сказал, что все окей. Ну ладно, видимо, осталось только уйти. Твой замок разломан. Что? Замок. Выглядит, как будто кто-то выбил дверь. Jesus Christ, да этот чертов замок такой уже неделями. Сгнил, как все в этом чертовом здании. Чертов ад, Бигби. Что же зловещего ты обнаружил на этот раз? Я оставил воду включенной, я не отсортировал мусор. Да какого черта это имеет значение? Почему же ты тогда залазил в окно? Почему ты забрался через окно? Ты же говорил, что замок уже неделями сломан. И тебе не нужен ключ, чтобы войти. Чертов ад, да что, о чем это вообще? В том состоянии, в котором был, я забыл вообще обо всем и забыл, что это было выломано. И я тебе скажу еще больше. Я стыжусь, а ты вынимаешь все это дерьмо и преувеличиваешь его. Бигби, да ну давай, я прошу сочувствия у тебя. Я просто хотел провести приятный день, просто я и мой сын. А ты ходишь здесь вокруг и копаешься в моем грязном белье. Извини, что я звонил, извини. Но я, пожалуйста, уберись уже. Еще нет. Еще нет? Никто ни с кем не боролся, Бигби. Не было никакого лома. Ну что, когда ты уйдешь? Я чувствую, что я здесь как на суде. В моем собственном чертовом доме. Да это неприлично. Когда ты мне начнешь правду говорить, Тодд? Но я говорю тебе правду, друг. Что еще тебе надо, черт побери? А в этих историях нет смысла никакого. Ты не забывал ключи. Ты не ронял лампу со стола. Не хочешь сказать мне, что происходит? И она обо мне не думает. Я не думаю. Ну, я не обязательно так сказала бы. Прогресс? Кровавая рана на голове. Мистер Топ, вы кровоточите? Да. Сними шляпу. Бедненький. Это был мясник Твиди, Дум или Ди. Вы должны раздеть их до их Джонни, прежде чем понять, кто есть кто. Он пришел, кричал что-то про дровосека, что он имел или должен быть иметь. Я не знаю. Он ворвался сюда, побил меня, когда я сказал, что я не имею. И, может быть, если бы приехали, когда я просил, он бы не напугал моего мальчика. Он делал больно Джуниору, это ужасно. Всегда одно и то же с тобой, Бигби, да, я в проблеме, мне нужна помощь, я звоню про что-то, и тебе всегда нужен больше, чем день, чтобы добраться сюда, а что бы, если что-то более ужасное случилось? Я устал чувствовать себя незначительным, все мы устали. Мне очень жаль, Джей. Что он искал? Понятия не имею. Я бы сказал тебе, я бы хотел, действительно. Но он сказал, что если словом перемолвлю с тобой или с мисс Уайт, он вернется и убьет моего мальчика.
Я даже пытался дать этому придурку ее пальто, но он не взял его. Чье пальто? Девушки. Отец одалживает вещи людей, которые живут здесь. Иногда. Одалживает. Я не ворую ничего. Если ты обернешься, ты удивишься. Я просто беру то, что было оставлено. Ну, мы заберем это пальто, если для ее наследников. Ну ладно, принеси мех. Это отличная штука. Нифига себе. Я бы не одевал это наружу. Подожди. Здесь посылка. Чертова, да конечно, с моим счастьем, эта карта каким-то чертовым сокровищем. Адресована принцу Лоренсу. Что ты будешь делать? А, сделали проблему. I'm sorry. Извини, Фейт. What could she have been sorry for? Да что же она извинялась? I don't know. Я не знаю. Maybe Lawrence does. Может быть, Лоренс знает. Well, it's been quite a surprising day for all. Это был чудесный день и полный сюрпризов для всех нам. Я бы вас выгнал, но я боюсь, что будет еще немножко крови здесь. It was very nice talking to you, TJ. Это было, мне было очень приятно пообщаться с тобой, TJ. Спасибо. Увидимся. And don't worry about what happened earlier. Не волнуйся о том, что случилось ранее. Просто поправляйся, ладно? And if you're looking for the woodsman, если вы ищете дровосека, попробуйте в трип-трэпе. Does it always go that smoothly? Это всегда проходит так гладко? Не часто. So, split a cab? Ну что, по моим машинам? Я сейчас направляю только в трип-трап. Все равно. Not because of what Toad said. Не потому, что Тодд так сказал. Ну, надеюсь, дровосек там, или, я не знаю. Кто-то, кто знает, где его найти. It's my best lead. Это моя лучшая зацепка. Our only lead, really. Наша единственная зацепка, действительно. Ну, если ты так это хочешь сказать. Я думаю, надо остановиться здесь. Хороший момент, чтобы закончить серию. Интересно, интересная история с особым каким-то привкусом неординарности. Ну, или, ладно сказать, таинственности, и в то же время волшебности, особенности. Ну, вы сами знаете, сказочные персонажи, жестокие убийства. Страшные эти вышибалы. Полное приключение истории. Несмотря на то, что история это как бы немножко, как сказать, линейная, это скорее интерактивная сказка, интерактивная история, а не столько игра. Но в то же время захватывает, интересно проходить, интересные такие выпуклые персонажи. И повороты сюжета, как всегда, радуют. Это не то, что ты смотришь какой-то сериал или фильм и думаешь, а сейчас это будет, а сейчас то будет. А раз у этих все хорошо, значит потом у них все будет плохо. Или там, а раз у этих там плохо, значит в конце они помирятся и полюбят друг друга. В общем, нету ординарных поворотов сюжета, и это очень радует. Спасибо создателям за эту замечательную интерактивную историю. Всем спасибо, пока, оставайтесь с нами, ждите следующую серию. Пока-пока.